У коридора Гомельской городской центральной поликлиники довольно спокойно. Колькость людей, которые чакают свою чергу на прием до участкового терапевта, нельга назвать высокой. Сами врачи кажут, что работы у поравнании с минулыми годами, миновито у этой период, сёлета не стало больше. За день у среднем звертается до 30 пациентов с симптомами респираторных инфекций каля 10. Ажиотажа заболеваний сейчас у меня на приеме нет. Тем, кому можно поставить клинический грипп, единицы. За день, и то не каждый день. Неделю может человека 3-4. Пациенты с высокой температурой обычно выкликают врача на дом. Например, 3 лютого по этой причине у поликлинику звернулось 26 человек. Однако, уличивая, что в установе работают 12 терапевтов, дойти до каждого и каждому оказать медицинскую допомогу, не выкликая проблем. Меж тем, ситуация остается стабильной и на территории всей области. Главное, что никаких смертных заходов, выкликанных вирусом гриппа альбо острыми респираторными инфекциями, не зарегистровано. В соответствии с нормативными документами в республике определены контрольные города. На территории области это у нас Гомель, Речица и Мозырь. Соответственно, по ним рассчитаны Министерством здравоохранения контрольные уровни. На сегодняшний день эти уровни не превышены, поэтому ситуация в контрольных городах, в принципе, не отличается от общей ситуации по области. Заболеваемость на уровне среднемноголетних уровни, именно характерны для сезонного подъема. У Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья за ситуацией постоянно сочат у лаборатории диагностики вирусных и особливо небеспечных инфекций. Каждый тыдень тут проводится каля 50 доследований. У редких выпадках выявляется вирус гриппа А и Б. У основным же перевожают острые респираторные захворывания. Медики констатуют, что звычайный сезонный уздым захворываний пойдет на спад прикладно праз 2 тыдні. Для того, как не захвореть у гэты период, треба памятать про меры профилактики. Частей бывать на свежем поветре, по максимости позбегать места у массового знаходжения людей и, как мага больше, уживать витаминов. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».